Поспешил. Водитель за рулем иномарки хотел проскочить перекресток, в итоге врезался в другую легковушку. Момент столкновения автор ролика выложил в интернет. На этих кадрах видно, как только машины начинают движение, слева вылетает автомобиль и таранит зеленую иномарку. А этот водитель, видимо, торопился, поэтому решил объехать пробку по встречке и едва не устроил аварию. К счастью, шофер, в салоне которого установлен видеорегистратор, вовремя сориентировался и затормозил.